На лед приглашаются дуэлянты Ирина Лобачева, Владимир Шевельков. И Татьяна Навка, и Вадим Колганов. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Ребята, пока что вы не проигрывали ни одного боя. Как считаете, порвете их? Слава богу, пока не проигрывали. Ну, судя по костюму, они очень серьезно подготовились. Чего-то такое будет веселое. И, конечно, достойный соперник. Таня, ну... У нас достойный соперник. Что тебе не нравится? Мне все нравится. Мне тоже. Мы тоже подготовились. Сейчас посмотрим, кстати. Ну, мы желаем и нам, и Ире с Володей удачи. Хорошо. А что желает Ира с Володей? Как вы подготовились? Ну, не знаю, это у нас экспромт, это первый наш веселый танец, действительно, как Таня заметила, поэтому надеемся, что хорошо. Ты, мы сейчас будем тянуть, кто будет кататься первым. Тяни ты. Я? Да. В прошлый раз просто Таня вытащила единичку, а ты, может быть, вытащишь и двушечку. Естественно, на Первом канале только единица. Итак, Татьяна Навка, Вадим Колганов. Ребята, вы катаетесь первыми. А Ирина Лобачева, Владимир Шевельков катаются вторыми. Идите, удачи, готовьтесь. Ребята. Удачи вам.